прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем смотреть моды Jurassic Park Operation Genesis. И сегодня посмотрим мод под названием Carnivore Expansion Pack. Это, в общем, игра Хищники, если кто знает Carnivores. Я даже вот одну из последних частей на канале проходил, да, и вот, как видите, оригинальная музыка здесь присутствует, и даже в менюшке. Вот она играет на заднем фоне. Так. Здесь все стандартно выбираем. Как видите, так, остров только круглый, да? Потому что, смотрите, вот у меня форма на максимум, да, и он только круглый. Как видите, там новые растения у нас появились. То есть они попутно поменяли еще растения, помимо модели динозавров. Так, сейчас нужно выбрать все места раскопок. Раньше, кстати, приходилось еще залезать в файлы, выбирать там, ну, чтобы было не 5 мест раскопок доступно, а сразу 9, вот. А сейчас все последние моды идут, они за вас уже это делают, чтобы вам не приходилось копаться в файлах. Как копаться в файлах и вообще все это делать, у меня есть видео на канале. Так что, кому интересно, он называется, типа, JPOG. Как открыть объект Б без прохождения миссии. Вот. И там я очень много чего рассказал. Понятно, растения не прогрузились еще. Так, совершенно все время забываю, как тут работает все. Так, вот смотрите, это растение, если что, не пугаемся. Это бета-версия, опять же. Еще не доработаем ничего. Так, вот смотрите, у нас новый анкилозавр какой-то. Галимим какой-то новенький. Мосхопс у нас есть, вы представляете? Пахицефалозавр, модели старых игр про хищников, да? Хазмозавр, вы посмотрите просто на это. О, заиграла оригинальная музыка. Слава богу, модели хоть прогрузились. Ну, модели очень детализированные по сравнению с оригинальными, по сравнению с тем, что мы видели при других каких-либо модах. Да, довольно детализировано, так что это неплохой мод, особенно для любителей этой игры. Кто в оригинальных вот этих хищников играл, да? Модели очень качественные, конечно. Ну, кроме пахицефалозавра, это что-то, конечно. Он мне напоминает этого новорожденного из Чужого 4. Будь здоров. Хазмозавр, кстати, тоже прикольно получился. Мне нравится. Нравится. Так, Мосхопс, смотрите, какой толстый и медлительный. Модель, конечно, так себе, но то, что в эту игру добавили еще и триасовую рептилию, это прикольно. Или он пермский? По-моему, пермский, да? Сейчас мне знатоки напишут. У нас есть еще пеликанимим. Димитродон у нас еще. Рада тебя видеть. На пермский. Так. Стегозаврик новенький. Все модели новые, я так смотрю. Прозоролов. Все из старых игр взято. Трицератопс. По сути, модель дриозавра, но голову они ему поменяли и раскрасили по-другому. Так что теперь это реально больше всего на пеликанимиму похож. Но мне не нравится, что димитродон здесь растительноядный. Да, его сделали. Кстати, прикольная модель. Я думаю, алды сейчас такие, о, как это клево. В общем, мне нравится, что димитродон здесь растительноядный. По сути, он же хищник, да? Правильно я говорю. Так, дайте мне на стегозавра-то навестись. Эй, мосхопсы. Вы что там, оборзелы? Во, давай. Во, прикольный. Прям как бы в детстве у меня такие же вот игрушечные стегозавры были. Трицератопс. Тоже классный, кстати. Вот цератопсы мне пока больше всего нравятся.
Не именно тем, что как они выглядят, да, тут все выглядят как из старых игр. Вот. Но мне нравятся они именно детализированностью. Вот, допустим, Паразуролов детализирован фигово. А вот Хазмозавр или Трицератопс, они довольно хорошо детализированы, над ними прям постарались. Вот, смотрите, он лежит. Брахиозавр. Диплодок. Офигеть, что это за туша такая? Ого, сейсмозавр. Да он сейчас вообще не влезет на экран. Так, давайте вначале травоядных всех посмотрим, потом будем на хищников переключаться. Просим минутку вашего внимания. Наш парк прибыл новый, просто потрясающий травоядный динозавр Брахиозавр. Это самый огромный динозавр в нашем парке. Любителям природы он наверняка понравится. Это просто потрясающий представитель мезозойской эры. Просто посмотрите. А, ну ладно, он не такой уж и огромный. Ну, брахиозавр тут почему-то из всех зауропод самый маленький. Хотя, по сути, должен быть одним из крупнейших. Блин, он даже шагает, как в игре. То есть не как до этого было в Jurassic Park Operation Genesis, а именно как в игре Хищники. Это прикольно. Диплодоки, они просто вообще 50 метров, наверное. Ну-ка, сейсмозавр, вообще туша. Тушняк такой огромный идет, посмотрите просто. Помните сейсмозавров из мода по Туроку? Это вообще жесть. Не, ну это тоже огромный. Офигеть. Ладно. Хищники, велоцираптор. Овираптор. Так, зауроподы долго делаются, поэтому подождем, пока они все вылезут. Пока посмотрим на хищников. Не, ну зауроподы, я вообще обожаю зауроподов в таких играх. Просто смотрите, вообще титан, просто вообще жесть. По сути, длины такой же, как и диплодок, только больше сам, по росту там. Привет. Я не понял. А почему сбросилось-то? Почему-то сбрасывается и не дает создать. Не знаю, если честно, в чем проблема. Аллозавр, смотрите, какой маленький. Давайте попробуем других хищников создать. Спинозавр тоже маленький. Нанотиран здоровый относительно других. Цератозавр. Гигантораптор. Опять сбрасывается. Блин, я не знаю почему. А, я знаю почему. Потому что 60 динозавров я насоздавал. Вот я дебил. Я же идиот, ребята. Вот идиот же, да? Почему вы мне не сказали, что я идиот? А, так, ладно, давайте посмотрим отдельно хищников. Уж извините, что запорол. Просто сейчас не хочется лезть в файлы. Увеличивают там количество динозавров. Просто обычно в модах они также увеличивают количество динозавров. Там, ну не знаю, пишут 200, там просто так. Чтобы люди, которые не знают, как это делать, чтобы они не парились, и чтобы у них ограничения в 60 не было. Потому что я сам, когда играл в компанию, 60 динозавров это довольно мало. Ты решаешь, кого создать. Типа там 5 сигазавров, 5 Привет. Того, 5 всего. Эти ограничения, ну, только мешают. Вот. Здорово. Когда их нет, это как-то... Рада тебя видеть. Поудобней, что ли. Здорово. Дамы и
однажды сообщить вам о нашем новом динозавре юрского периода Велосирапотре. И пусть их размер не введет вас в заблуждение. Это один из наших самых забавных экземпляров. Пожалуйста, осматривайтесь и не беспокойтесь, поскольку наш приоритет — безопасность наших... Смотрите, раритетный велоцираптор. Он охотиться хочет. Так, авираптор сделан из дилофазавра. Беззубый, прикольно. Не, ребята, создатели этого мода, они прям хорошо постарались. Меня прям радует. Дайте на маленького лозавра поставить. Ого, смотрите. Среди мелких тоже война идет. Не, ну он прикольный такой. Так почему он такой маленький? Не расскажете? Спинозавр, это что это такое вообще? Это какой-то спинораптор, а не спинозавр, если честно. И нано-тиран тут такой самый здоровый. Да, еще и звуки все из оригинальной игры. Это вообще супер мод пока что. Все, которые мы с вами видели, это пока что супер мод. Хорошо. Окей. Здорово. Нет проблем. Да, крупных хищников тут много. О нашем новом плотоядном динозавре юрского периода, аллозавре. Можете посмотреть на него во время кормежки. Ух, какой здоровяк. Это прям трицератопс отдыхает, прям на уровне рогов-то, да, у него? Больше на тирекса похож, чем на цератозавра. Тупо рожки мы добавили, чтобы никто не путал. Авираптор тоже классно получился. Вообще, по-моему, авираптора до этой игры я ни в каких модах не видел. Тирекс тоже сделан как в старых играх, это классно вообще. Вообще весь мод классный, пока что мне нравится. Ого, гиганотозавр. Только гиганота, не гиганато. И барионикс такой. А, бедный барионикс. Он его прям грызет, ты посмотри. Вот, а гигантораптор так звучал? Смотрите, он навалял тирексу, офигеть. Не трогай барионикса. Да, это гигантораптор так звучит. Во, все, пошли мелких жрать. Хамим больше тирекса. Ну это вообще классный мод. И в модельке прям хорошо прорисован, то есть не какие-то говнястые, такие, знаете, как из пластилина, а именно все детально, более-менее так круто вышло. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Ссылка на мод также будет в описании. Надеюсь, это видео вам понравилось. Увидимся в следующем и всем пока.